Вот так выглядит фотостудия будущего. Модель встает на крутящийся подиум. Мастер направляет на нее 3D-сканер. Через несколько минут на экране компьютера появляется трехмерная модель человека. Отчасти компьютер обрабатывает сам, отчасти это делаю я. Вот сейчас можно видеть на экране, появляется цифровая копия нашего объекта. После сканирования трехмерная модель отправляется на компьютер дизайнеру. Теперь можно немного подшлифовать реальность. Убрать лишнее, добавить недостающее. Обработка чем-то напоминает редактирование обычной фотографии. Может, фотографии и будут кому-то интересны, но, наверное, интереснее будут фигурки. После обработки модель отправляют на 3D-принтер. И через несколько дней участник фотосессии получает уменьшенную копию самого себя размером от 15 до 30 сантиметров. Можно поставить на стол, можно на полку, можно подарить близким. Люди приходят, те, которые хотят просто себя запечатлить, оставить в формате 3D-фигурки. Первый наш клиент был совершенно не тот, которого я ожидал. Да? Пришел молодой красивый парень, сказал: сделайте мне 3D-фигурку, я жене подарю. Я кого угодно ожидал, но не мальчика, который придет и скажет: сделайте мне мою 3D-фигурку. Фигурки делаются из композита на основе гипса. Этот материал со временем не портится, только крепчает и может пролежать в первозданном виде несколько столетий. Так что это не просто подарок, а возможность в буквальном смысле оставить себя в веках.